было волнение при работе, потому что он весь, так как цвета разные, и приходилось наносить поэтапно, то есть при нанесении очередной эмали другие закрывались под консервацию все это. И естественно, когда мы открыли самолет, у всех был восторг, восхищение. Прям даже девочки гордились, мне кажется, своей работой. Ну, это, несомненно, чувство гордости, то, что для такой пилотажной группы, которая выполняет сверхманевренные фигуры высшего пилотажа, будут проводиться самолеты именно наши. Это как бы, ну, очень были довольны, как бы, можно сказать, даже немножко счастливы, да, то, что как бы поучаствуем в этом деле все мы. Завод наш будет представлять нашу страну, будет участвовать на международных показах, как бы на России будут показывать везде. Ну, естественно, это получается демонстрировать, будут демонстрировать все наши возможности.